Полковник, к вам капитан Кхас со срочным донесением. Пригласите. Здравствуйте, капитан. Можете не торопиться, я в курсе, что конфликт на Р-49 улажен. Вы опять на высоте. Спасибо, полковник. Я по другому поводу. Нами перехвачен блуждающий сигнал сверхсекретной кодировки. Специалисты центра потрудились, распаковка прошла удачно. Откуда сигнал? Сигнал с Земли, полковник. Это шутка, Кхас. Уж не занимаетесь ли вы, простите, прослушиванием чужих телефонных разговоров? Послушайте, полковник, сигнал из другого измерения. Отправлен с Земли сегодня, 4 июня, но 2008 года, то есть 530 лет назад. Я не верю услышанному, капитан. Неужели мы обрели связь с прошлым? Теперь мы сможем выяснить обстоятельства нового рождения. А может, и найдем одну из них. Вы понимаете, о ком я? Не знаю, полковник. В самом послании никакой стратегической информации нет. В основном изображение, но приборы, считывающие тонкую энергию, показали отправитель – высшее существо категории V, созвездие Хорус. По всем данным, это и Хора, но об их существовании мы почти ничего не знаем. Я хочу увидеть это послание. Конечно, полковник. Возможно, сегодня великий день. Полковник, что с вами? Это счастливая слезинка. Она нашла меня. Она скоро будет здесь, моя любимая. Ведь вы все поняли, капитан, не правда ли? Все так и случилось, как она говорила. Звезда не погасла. Так значит, мы... Значит, одна из их хор спасла всю цивилизацию? Спасла всех нас? Нас спасла любовь, капитан. Это странная, неизученная энергия. Загадка создателя.